Всем привет! Сегодня опять мои маздывали. Цветут красавицы, но почему бы мне их и не показать еще раз? Из всего этого бурного цветения моего огонька осталось только два цветочка. А здесь вот опоздавший 20-й цветок. Не знаю, смогу ли я повторить это феерическое цветение на 20 цветоносов. Но теперь, когда она отцвела, как-то вышли на первый план и другие орхидеи, которые не менее прекрасны. Посмотрите, какая красивая бордовая. Гавайский красный называется. Она чудесная. Кстати, очень долго держит свои цветочки. Что интересно с этой орхидеей, вот этот цветок, у него револьверное цветение. Сейчас они все у меня на улице, и ветром немножко сломала я цветоножку. Так что она с таким бандажем. Но вот сохранилось у меня видео, уже отцветал цветок, а оказывается есть еще второй цветок. Вот такая вот красота. Такой богатый кустик. Надеюсь, в следующем году цветение будет еще более пышное. Какие у нее усики завитые. Красота. Ну и также моя ветчана. У нее до сих пор еще цветут все те же вот такие вот огромные красивые цветы. Вот так вот мы ее поставим. Распустился еще вот этот цветок. Это самый первый. Вот он дольше всех цветет. Вот такой красавец. И еще один цветонос идет. А почему сегодня опять про маздывали? Еще раз напомню, здесь у меня было цветение на 20 цветоносов. И есть у меня новенькая маздывалия. И я думаю, что она побьет этот рекорд. Висит она у меня в теплице. Вот она. И я называю ее матрасик. Название видите внизу. Я ее получала в сентябре. Она так и была на этом блоке, я просто чуть-чуть больше мха доложила. И вот где-то недели три спустя после получения я увидела вот какую-то массовую, какую-то инвазию. Я думала, что это может новые росты. Но есть тут и новые росты, но это в основном цветоносы. Уже сейчас это видно конкретно. Привкушаю ее цветение, и вот мне честно интересно, побьет ли она рекорд на 20 цветоносов. Ну, где-то будет около этого. Смотрите, сколько их там. Красота. Давно хотела эту орхидейку, у нее такие небольшие, скромные, полосатые цветочки, но очень миленькие. Есть она сейчас в нескольких теплицах, но я брала пару орхидей в Корлин и вот захватила и эту красотку. Так что будем ждать цветения. Тут уже мой дендробиум лекарственный уже отцветает. Остались два цветочка. Зато как глаз радует. Уникум. Уникум, он классный. Мне нравится, во-первых, мой экземпляр. Он такой вот, такой компактный. Такой вот, так как бы показать не на цветах. Чудесный, очень долго держится цветы, не выгорает. Наоборот, он еще более и более становится насыщенный. Очень красивый. Ну и пока что все. Всем пока-пока.